Я буду сегодня на кассу. Я куда нахуй? Ты после первой свадьбы пошёл. Так я же тебе говорю. А уже играю? О, уже один один. Альвар. Нет, хороший матч. Ящичек. Тоже вторая. Тоже вторая. Да. Здорово! Хорошо, здорово! Хорошо, здорово! Хорошо, здорово!
Ваня собачка.
Побили всю посуду, да? Лёха! Давай, давай, подожди. Давай, 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 давай
Да.
Бля, давайте играть! Там двое смотрим! Ой, смотри сюда! Там пошла уже! Оп, тебя, Трата Виктор. Да, я выйти сбился. Давай, 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 давай
Жирно бегает. Даже не меняют, да, против? Че ты играл? Говорит, что суббота у него не, типа, не получается. Так, а тут вестибюли что, не продают? Тут вестибюли. Я два раза заходил, два раза не работал. Коля, бумажка, да такая погода. Когда уже будет жарко. А сейчас? Лёхич, у тебя, Лёхич, микрофибра где-то есть у тебя там? Там карманчик маленький. Они завтра скажут, что... Не-не, он маленький, просто нет. Да. Вот это не надо. Они знают, что не за кикс дают. Дождь, понял. Да, да. Ты просто потому, что твой брат не захотел пару километров набегать. Если бы он последний день пробежал бы по 2 километра, он был бы так. А что ты вообще? 91. А у него что-то 80. Понад домом идешь по правую сторону? Вот это дом, тут он туда. Далеко?
отсюда. А туалет... Туалет в самом здании. Можно и так зайти, можно. Да, ближе, ближе, давай, давай. Ну так, Андрей, капитан команды, сразу вышел, ну там появился, то, что не смогли сделать в первом тайме, делают в дебюте первого, во второго. 1-1 от одного. Идем остановиться!
Yeah.
Вся спина белая. Так они не говорят, что они такое. Они говорят, где же где песок, где-то борт, где ведро, да. Просто классно. 4-1.
А? 2-1. Угу. Сколько стоит? 5. 5 минут, друзья. 2-1. В пользу. 5-6. В пользу Придника, как первый тайм у нас закончился, во втором уже за 20 минут. Ребята забивать пока не хотят. Вопрос, может ли Придник сегодня добыть первую победу в сезоне? Тот же вопрос к Дымарям, потому что Дымари у нас тоже без побед. У них, по-моему, если не ошибаюсь, одно очко. У них ничья с Казантипом. Вообще у нас в этой группе, конечно, там все теряли очки. Даже лидеры у нас, три лидера, не ошибаюсь, да, по-моему, по 4 очка набрали. Или это не та группа уже? Не та группа. Не та группа, это в другую параллельно, Дититаны, да? Там у нас три команды по 4 очка. В этой группе Канзадип нет, сыграл в ничью с Демарями, кстати, они забили тоже на последней минуте, сравняли. Патриоты. Да, Патриот на первом месте, кстати, неожиданно. Мне кажется, они там будет очень тяжело им там остаться. Но тем не менее отмечаем блестящий старт Патриота. И ни Демари, ни Придник еще не побеждали, поэтому две достойные команды, мне кажется, и одни, и другие будут после первого круга в первой четверке. Субъективная моя точка зрения, а там посмотрим. У Придника там сегодня, как и всегда, хватает болельщиков. У них, в принципе, болельщиков столько же, сколько ребят на поле. Ой-ой-ой, что там было? Судья говорит, ничего не было. По-моему, не было в Приднике этого вратаря. Или было? В прошлые выходные. Скажу. Не помню. Во всяком случае, у него не было этой прикольной банданы. Поэтому бандана помогает ему стоять более надежно. В параллельном поединке у нас 4-1, там в Украине тим уже громит Джокер. Следующие поединки сегодня у нас еще будет на этом поле Придник с Джокером встретиться, а на параллельном Ukrainian Team сыграет с Дымарями. Мне что-то кажется, что сейчас мы еще увидим в концовочке гол. Вот Ряба-конь. Я думал, выйдет один на один, но нет. Вратарь подчистил.
Кстати, хочу заметить, у нас сегодня третью игру играют ребята в этих оранжевых манишках. И третью игру команды, которые в этих манишках выигрывают, они сегодня фартовые, могу сказать. Первый матч играл Шинсник, он выиграл. Второй матч играл Уголек, он выиграл. Теперь Придник выигрывает. Ни на что не намекаю, но... Друзья, эти вонючие манишки, которые достанутся кому-то в четвертом поединке, это будет серьезный бонус. Так, не достанутся. Придник черно-синим. Да, значит, как бы... Джокер да. Своих оранжевых. Да, тогда Титану отдадим на последние игры. Один-две игры тогда вывезут сегодня. Шутки шутками. Вот смотри, какой момент еще. Ну, не вратарь, тут защитник подставил свою пету и не дал пробить. Дым пытается отыграться. Хватает техничных игроков и пару возрастных у Дыма. И можно бить? Нет, блокирует. Видишь, все защита блокирует. Даже до вратаря не доходит. 2-1, друзья. Поздравляем. Три победы.